Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас опять экскурсионный обзор. Обзор из прошлого, короче, ну как хотите называйте, короче, назад в прошлое. Сегодня мы смотрим на Xiaomi Mi Band 3. Вот так вот выглядела коробочка, вот так вот. На мой взгляд, очень классно выглядит. Кстати, вот по сравнению с коробкой на Mi Band 2, да. Ну, кстати, можно коробочка Mi Band 2 чуть-чуть пошире, но чуть-чуть пониже. Соответственно, вот так, кстати, выглядел Mi Band 4. Кстати, Mi Band 3 – это последний монохромный экран, да, не цветной. У Mi Band 4 уже был цветной экран, к сожалению, сейчас не показываю вам, но он вот так вот выглядел. И, соответственно, я пока не подключил, мне удается подключить пока что устройство к приложению The Climb. Ну что, друзья, давайте вскрывать и смотреть, что к чему, значит, ну и заодно сравним с Mi Band 2 и 4. Итак, что нас здесь встречает? Вот так вот открывается забавно коробочка. Здесь мы тянем вот так вот. Вот внутри наш тут, значит, ну обычно это ремешок, да, и, соответственно, зарядное устройство. Зарядное устройство выглядит именно вот так вот. Вот. А здесь, кстати, еще и была, смотрите, наклейка, кстати, которую можно и наклеить. Вот так вот все выглядело. Вот так вот, по-моему, вот так вот. Вот, смотрите. Вот. Соответственно, как мы достаем отсюда, дальше мы просто выдавливаем, значит, это устройство. Mi Band 3, кстати, очень классное устройство. Это первое устройство, которое передавало сообщения и так далее. По сравнению с Mi Band 2, первое передавало сообщения, значит, на телефоне, различные уведомления, сообщения и так далее. Ну что ж, друзья, давайте смотреть, сдираем наклеечку. Сразу же хочу сказать, что мое устройство, мой телефон на английском языке, поэтому здесь все на английском языке. Итак, смотрите. Первая особенность – это то, что пластик. Ну, вот, кстати, заодно и посмотрели зарядку. Вот так выглядит зарядка, на мой взгляд, очень классная. Итак, давайте смотреть. Первое – это пластиковый корпус полностью, то есть пластиковый экран, в отличие от последующих Mi Band 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, здесь пластик. Видите, количество, что он здесь нам выводит сообщение. Это количество шагов, время, потом день недели, дата и количество шагов ниже. Выше еще, кстати, есть и батарейка, которая сейчас вот-вот сядет. Соответственно, надо будет сейчас мне найти зарядник. А, вот зарядник, короче, подзарядить. Но надеюсь, что мне хватит. Так, вот здесь, значит, смотрите, друзья, что я вот честно вам скажу уже сам. Вот, видите, свайпаем вверх, у нас здесь steps. Вот так раз, опять же, steps, потом heart rate, ну, пульс мерит, да, чтобы замерить, надо вот так вот зажать, и вот он уже мерит пульс, соответственно. А, кстати, друзья, давайте, в общем-то, и установим на, значит, на нашем ремешке, на наш ремешок heart rate. Ну, короче, там у нас сбой, естественно, потому что мы не прислонили. Вот так вот выглядит, на мой взгляд, неплохо. Что у нас дальше есть? Steps, distance, сколько мы прошли, но это есть и на Mi Band 2. Потом burn it, ну, сколько калорий сожжено. Дальше это battery, 1%, ну, смотрите, продолжает работать. И давайте возвращаемся. Distance, battery, steps, ну, и мерит пульс. Соответственно, если вот так вот, видите, здесь апдейт, чтобы апдейт, ну, короче, обновиться, надо подсоединиться к устройству. Дальше у нас есть беговая дорожка. Можно включить и давайте посмотрим, что за режим. Раз, два, один, ноль. И, кстати, у меня вибрация, приятнейшая вибрация на 1%. И вот, видите, здесь у нас по беговой дорожке информация. Надеюсь, он не выключит. Сейчас, чтобы выйти из режима, надо зажать. Все, пауз. Так, пауз. Так, ended, все. Смотрим дальше. Notification, сообщение. Вот эта штука, которая круче Mi Band 2. Это сообщение. И это круто, друзья. Сообщение с телефона начали приходить на здесь. Здесь у нас, опять же, секундомер, как я понимаю, если я правильно, таймер. Да. Дальше, друзья, что у нас дальше? Значит, так, вот так вот слайд. More. Давайте смотреть. Так, more. More. Как зайти в more? More. А, more надо, друзья, свайпать влево-вправо. Извините, простите. Вот так вот. Здесь у нас silent mode, non-connected, silent. После чего find device. Ну, опять же, это если мы подсоединим find device. После чего screen.
Смотрите, можно поменять экран. Вот это да, даже на... Вот смотрите, вот такой у меня стоит. Есть вот такой вот. Но все, он сел, друзья, и он мне на 1% продержался. Сейчас буду подсоединять, заряжать и продолжу. Потому что, в общем-то, основные функции мы просмотрели, но все равно сейчас посмотрим, насколько он быстро еще зарядится. Но дизайн нравится. Из плюсов, друзья, это то, что долго работает монохромный экран, поэтому долго, очень долго работает. Я не помню, там надо его подзаряжать сколько, там несколько раз, несколько недель. Потом плюс это пластиковый экран, он не бьется, чтобы не делали, как бы не роняли, не разобьется Mi Band. Значит, третий плюс это то, что он скругленный по краям, поэтому не задевается за одежду, классный дизайн. Ну из минусов это то, что царапается, значит, не цветной экран, ну и вот так вот. Друзья, но это был первопроходец, так сказать, поэтому можно и простить. Сейчас я его заряжаю, ждем. Итак, друзья, буквально-таки за 20 минут зарядился до почти 100%. И что хочется сказать, друзья, меня очень порадовал Mi Band 3, хотя, в общем-то, по дизайну почему-то нравится мне больше Mi Band 2, вот как-то так. Кстати, давайте, подождите, мы же еще и не сравнили его внешне с Mi Band 2, давайте смотреть. Вот так вот выглядит Mi Band 2, вот достаю его прям новеньким из коробки, даже еще пока не вскрывал. Так... Так что сейчас будем наблюдать вот такая вот разница между ними. Смотрите, кнопочка раньше была вот такой вот, стала вот такой вот. И, если честно, мне больше почему-то нравится Mi Band 2. Вот как-то так, не знаю, то, что у нее меньше экран, и он зато, друзья, не покрылся из-за того, что он новый, он не покрылся никакими, соответственно, царапинами. Давайте досмотрим, что же у нас есть дальше. А дальше у нас всего лишь-то, смотрите, так, more, сюда влево. Вот мы silent смотрели режим, потом find device смотрели, потом screen посмотрели, можно изменить. Потом просто factory reset, сброс настроек и о устройстве, друзья. Вот можно прочитать точно. Кстати, я забыл сказать еще то, что несмотря на то, что Mi Band 2 2016 года, а вот наш Mi Band 3 уже 2018 года. И вот так вот он выглядит, друзья. Что касается подключения, друзья, тут уж простите, у меня проблемы почему-то с подключением и активацией. Вроде бы и меняет язык, когда подключаешь, и вроде нету значка, что нет, отсутствует подключение здесь. Знаете, когда отсутствует подключение, здесь Bluetooth отключен, но здесь вот не подключается. Вот я уже, поверьте, пробовал, причем почему-то не получается подключить Mi Band 4. Вот, и видите, он connecting, вообще даже ничего не сделать. Вот, но через приложение Zeplife, для тех, кто не знает, все то же самое, как и для Mi Band 7, подключается через приложение Zeplife. Теперь, кстати, Mi Band 8, это Smart Band 8 и Smart Band 7 могут подключаться через приложение Mi Fit. Вот видите, не коннектится Mi Band 4, и Mi Band 3 тоже не коннектится, к великому сожалению. Ampere. О, Ampere! Ёшкин крот! Ну-ка, смотрите, сейчас еще и подключим. Давайте-ка смотреть. Band. Вот так вот подключается. Теперь Agree. NFC. О, вот. Mi Band 3 NFC. Причем у меня без NFC. Странно, что он пишет Mi Band 3 NFC, потому что у меня без NFC. Но вот так вот еще давайте еще и подсоединим вместе с вами Mi Band 3. Это будет вообще огонь. Все, он подсоединился. Ну, а для того, чтобы подтвердить, просто нажимаем здесь вот на... На экран сюда или... А, да. Ну, короче, все, он подсоединился, друзья. Надо же. Только жаловался на него, ругался, что он не подсоединяется, что все плохо, ничего не работает, как он решил исправиться. Ну и молодец. Друзья, ну вот, собственно, и все. Посмотрим сейчас еще, какие сообщения он передает на Mi Band 3, может быть. Но, видите, опять pairing, опять он повисает периодически. Вот,
Опять то же самое. А, нет, все-таки он решил. Все. Activate. Yes. И опять он пытается выключить Mi Band 4. Ну и вот. Ладно, друзья. Короче, вот что можно сказать. Давайте еще раз надену их. Еще раз надену их. И вот так вот они выглядят, на мой взгляд, очень даже неплохо. Ну а Mi Band, Smart Band 4 вообще не хочет ни отключаться, ни подключаться. Continue anyway? Yes. Все. Don't activate. Ну, в результате not activate. Несмотря на то, что видите, на первом месте Mi Smart Band 4, Mi Band 3 из-за этого не может подключиться. Ну и вот так выглядит Mi Band 3. По-моему, неплохо, по-моему, очень даже круто и очень даже неплохо, особенно с выключенным экраном, если бы еще не было вот этих вот потертостей, выглядело бы отлично. Друзья, вот, собственно, и все. Вот такие вот новости. К сожалению, все-таки подключиться не удалось. Ну, вот как есть, так вам и показываю. Всем пока, до свидания.